Приветствую тебя, дорогой друг. Я с тобой Олег Антонов. Сегодня у нас гель-патина. Значит, мы вооружились с тобой, вооружимся, чтобы сделать гель-патину. На сегодня это будет эко-кристалл, шпаклевка финиш кирком, клей. Клей обойный, соотношение 1 к 1, то есть 10 литров шпаклевки, 10 литров клея. Здесь получается, хотя 15 килограмм, но 10 литров, шпаклевка плотная. Но нужно будет тебе делать там ее, так сказать, попластичней, можешь и 15 килограмм, то есть 15 литров клея, то есть не вопрос. По густоте клея, ну, такой он не густой, то есть, ну, такой, как для поклейки обоев, то есть не надо там желейку, не надо там гель, все такая густота. Вот, затворил и вперед. Значит, что нужно отметить, что клей я добавляю постепенно в шпаклевку, не наоборот, не кидаю шпаклевку в клей. Почему? Потому что разная плотность, и могут быть проблемы с неравномерностью замеса. Поэтому клей в шпаклевку, сколько она там позволяет по объему, а потом постепенно будешь добавлять уже шпаклевку, которая уже разведена с клеем. То есть приготовишь, так сказать, 2 емкости. Вот я приготовил, так сказать, 2 емкости. Ну, так получается. Началось с литров, грамм 15. Значит, что еще важно отметить? Что получается с этого гель-патина? Она получает, вот если взять шпаклевку, да, финиш, ну, если она тебе знакома, ну, вот такой, ну, мастика такая. Такой модель, ну, такой пластилинчик, наверное. Все достаточно плотное. Когда мы ими смешиваем с клеем, то получается она такая воздушная, такая получается как крем, наверное, такой воздушный крем, да, если ты там пробовал там заварные крема, вот, наверное, получается такой вот заварной крем. Воздушный, легкий в нанесении. Почему мы это делаем? Потому что за мной стены, с которых мы сняли обойцы. Клей здесь остался, то есть снимать клей, размывать это, мыть, вымывать, то есть я и так, так сказать, тут покувыркался 2 дня, и такое ощущение, что это, так сказать, ну, непонятно, что я здесь делал. Ну, поэтому если я буду еще заниматься и, так сказать, этим, вымыванием, размыванием, вот, ну, то есть я не вижу, так сказать, ну, нецелесообразно. Может, кому-то это и нравится, эта работа, мне она, так сказать, не очень по душе, поэтому мы пошли, так сказать, на такую хитрость. Если здесь клей обойный, да, то есть что-то сюда крепкое, там краски, шпаклевки, все это может быть чревато, то есть оно может, так сказать, и получиться, и там со временем может и отстать. Вот. Поэтому пришли к выводу, что можно сделать такой материал, который бы был бы что-то средним. И вот этот средний материал оказался вот выход. Гель-патина. То есть обойный клей дает нам вот этот вот переход. Да, то есть получается, эта основа будет уже вроде как грунтовочный слой, вот, для нашей гель-патины. И что, мы ее отколируем, мы ее будем наносить, будем моделировать, то есть она такая будет у нас, вот, несколько мы убьем, попробуем убить нескольких зайцев. Поэтому не переключайся, оставайся со мной, дальше буду.